Хай, чек, с вами Голубчик, и сегодня я буду делать реакцию на канал I Hate You. Я знаю, что это довольно заезженная тема, то что это уже сделали все подряд. Но никто же мне не мешает залить это видео на канал, поэтому я сделаю эту критику. Начнем, как всегда, с оформления. Очень даже неплохо, на самом деле. Мне нравится оформление канала, конечно. Единственное то, что слишком много красного, но против этого я ничего не имею. Мы посмотрим эти два видео, на которых даже картинки нету. Что я могу сказать про персонажа? Персонаж довольно неплохой, все цвета сочетаются, но он скучный и не очень интересный. Ну, обычная пацанка, можно сказать, но в принципе норм. Предупреждаю сразу, тут будет очень много орфографических ошибок. Это не критика, это тупо хейт. Я, конечно, все понимаю, но я просто взяла и полностью прохейтила этих человек, хотя сама-то и монтировать не очень умеет. Ладно, не буду делать поспешные выводы, будем смотреть следующее видео. Ну, что сказать, я просто похлопаю. Она просто взяла и обозвала гача-тубера. И да, почему она так придирается к монтажу, если сама не умеет монтажировать? Ну, короче, делать монтаж. Это реально грустно, то, что есть сейчас такие вот гача-туберы, которые всех обзывают. Ну, а это видео подходит к концу, и в конце видео вы увидите, что я думаю об этом канале. И всем пока!